Коль, привет. Ну, ты будешь подписчикам рассказывать, куда ты идешь? Один раз. Один раз? Угу. А что? Так, 3 часа ночи. Мы едем с папой в поездку на фуре. Иди с той стороны, садись. Привет. Ты не выспался? Коль. Папа, а ты выспался? Я не выспалась. Куда ты едешь? На работу? Ну что так тихо говоришь? Ну все, он чуть-чуть проснется и расскажет вам всем. Вот мы и приехали к фуре. Будем сейчас паковаться. Разбувайся сразу. Машина грязная уже. На улице погода слякоть. Все, мы уже в фуре. Ку-ку. Сейчас будем ехать. Уже 4 часа утра. Да? А теперь угадайте, куда мы едем. Кто первый угадает, мы по Украине едем в другой город. Тому в следующем видео передадим привет. Да? Все, мы уже выехали с города нашего. Счастливого нам пути. Полседьмого утра. Еще темно, мы еще едем. Сейчас покажу. Вот Николай сховался. Ты что там делаешь? Музыку слушаешь? Он там лежит, музыку слушает. Ну, еще держится, не спит. Вот это с 3 часов ночи. Едем дальше. У вас еще есть шанс угадать, куда мы едем в комментариях. Ку-ку! Мы уже подъезжаем к выгрузке. Наш второй водитель уснул. Все, не выдержал. Мы едем по какому-то очень маленькому селу. Такая вот дорога. Такие вот домики. Конечно, для фуры не айс. Мы, короче, выгрузились уже. По болоту едем. Едем на загрузку. Коля тут сидит в игры, играет. И да, мы
Сейчас едем в город Кропивницкий. Мы, короче, немножко поспали с Колей. Папа не спал, выгружался. И мы обнаружили, что потеряли номера на фуре. Сейчас будем ехать назад, может быть, по этой дороге где-то потеряли. Надеюсь, найдем. Да, Коль? Да. Смотрите, это мы сейчас заезжаем на весы. Конечно, подъемчик нехилый. Заехали мы на загрузку в помещение, вот делаем чаек, вот такое вот приспособление. Коля вот там вот спрятался. Коля, будем чай пить, кушать наконец-то будем. Такой вот тут столик. Мы, короче, вот так вот закрылись, покушали уже наконец-то впервые в час дня, да? Коля там мультики смотрит на телефоне. Ой, кто-то звонит. Наверное, по работе. Будем скоро, надеюсь, нас быстренько загрузят. Будем выезжать уже в сторону дома. Так, юный водитель рулюет. Да, ровно. Сам рулюет. Ровно, все, молодец. Куда ты собрался? Нам прямо, ага. Я на няме обычно. Умничка. Яму? Да. А тут зима почти. Куда? И сюда. Получается? Ну да. Да. Молодец. Смотри на дорогу. Это мы с загрузки выезжаем. Сам рулюет? Да, ты сам рулюешь? Да. Классно? Да. Уф, такой большой машиной рулюешь, да? Да. А куда мы едем? Направо. Куда тебе ехать? Да. Ну, пока не спеши. Я скажу, когда поворачиваю. Видишь, у нас в зеркале лампочка светится. Конец прицепа. Надо, чтобы он прошел.
Давай, по чуть-чуть. Крути, крути вправо. Давай, 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 давай. Тихо. Равняй. Отпускай руль. Вот так, равняй. Еще быстрее. Мы рано. Поехали домой. А куда мы едем? Пьем? Пока что прямо, да. А потом куда? Потом налево. Туда? Да. Тебе нравится? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Такой счастливый. Да. Обижаем. Не надо обижать, потому что если машина едет. А потом все уже. Давай, 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 пишем. Че? Все. Ну пока что все, да. Смотрите, это колледж или как оно? Институт авиа. И вот смотрите, какой здесь самолет. Вот такой самолетик там. Да, папа, я тоже. Да, я буду. Все, мы выехали в сторону дома. Едем домой. У нас поездочка получилась небольшая такая. Что смешного? Едем по чуть-чуть домой. Ну все, мы приехали. Да. Приехали уже домой. Встали на парковку. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте что? Лайк. Лайк-лайк. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Говори пока. Пока. Пока-пока.